По сведениям пресс-службы ГИБДД и роты ДПС, за прошедшую неделю на территории Белореченского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. За неделю сотрудниками ДПС зафиксированы 487 нарушений правил дорожного движения, из них 109 грубых, за которые предусмотрены лишения прав на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлены 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 108 фактов превышения скорости, 20 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечен 21 факт непредоставления преимущества пешеходам автотранспортом. 17 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. 16 фактов нарушения правил дорожного движения водителями мототехники.